Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате 03-04. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы находимся на крыше, и нам предлагают прогуляться по карнизу. Здесь ужасно темно, вообще ничегошеньки не видно без фонарика. Так, шприц, шприц нам не нужен. У нас проблема с патронами, кстати говоря. Девять патронов в пистолете. Поэтому давайте пока что воспользуемся ружьем, наверное. Опа. Вот только хотел сказать, что давайте еще осматриваться тщательно. Вдруг найдем где-нибудь еще патроны. Ну, навестись сложно, есть. Патрончик маленький. Так, нет, там маскот. Нам нужно туда спуститься. О, патроны. Прелестно. Ой. Фух, хватило двух выстрелов. Так, я думаю, а куда же идти? Может быть, куда... Ёпарасота, перепугался опять этого звука. Может быть, перепрыгнуть нужно как-то? Нет, я не могу туда забраться. А, вот здесь есть проход, спуск. Я его не заметил. Так, пока они поодиночке, можно справляться ружьем. Патроны лежат отлично, сейчас возьмем. Так, давайте осмотримся. Здесь, если что, можно перепрыгнуть. И, видимо, так и нужно, потому что проволоки здесь нету. Ну, посмотрим, что там. Может быть, там тоже патроны будут. Так. Никого не вижу. Вот там мы поднимемся, пройдем вот туда. Вот, видимо, нам нужно попасть в итоге. Так, эта дверь... Не открывается. Так, что-то игра подвисла. Потому что много раз пытался дверь открыть. Ничегошеньки. А туда нельзя запрыгнуть? Опа. А нет, не получается. И, похоже, я опять застрял. Да чтоб ты был здоров. Да что ж такое? Вот опять я застрял. Не могу сдвинуться. Вообще ничего не могу сделать.
Твою ж дивизию. Придется загрузить контрольную точку. Так, нет, ну от этих проблем нужно избавляться. Эй! Нету патрона. А, видимо, когда я здесь пробегал, я сохранился, то есть патрон уже подобрал, да? Окей. Да что такое? Я пугаюсь этих звуков. Так, ну там ничего нет, мы это знаем. Теперь нужно аккуратно перепрыгнуть. Ага, патроны здесь взять, не забыть. Это обязательно. А, и кстати, слушайте, мне показалось, что каждый раз, когда мы там пробегаем, нас сохраняет. А ну-ка, давайте проверим. Чекпоинт. Отлично. Так, только бы не застрять теперь. Слышу кого-то. Блин, не могу здесь подпрыгнуть. То есть подпрыгнуть могу, а перепрыгнуть не могу. Будто невидимая стена не дает мне туда запрыгнуть. Жалко, я хотел перехитрить эту тварь. Там дверь какая-то. Это лифт. Мы не можем им воспользоваться. Вон он. Я боюсь, чтобы сзади там из-за двери какой-то не выбежал противник. Опа, с одного выстрела. Ну, я прям в голову ему вроде бы попал. Наверное, из-за этого. Хорошо. Хорошо, сэкономили патрончик. Вот туда, да? То есть эта дверь по-любому заперта. Ничегошеньки нету. Не открывается. Так, здесь у нас никого. Здесь дверь. И все. Ты знаешь, что нужно сделать? А, кажется, я понял. Нам не нужно в дверь, нам нужно прыгнуть вниз. Я забываю смотреть вверх на подсказки. Но я уже сам успел додуматься, что нужно сделать. Вниз спрыгнуть. Девушка, которую мы изменили, покончила с жизнью из-за нас. Мы сейчас должны сделать то же самое. Фух. Ну это, конечно же, стрёмно. Ну да ладно, у нас выбора нету. Ух. Воу-воу-воу. Ай. Наверное, это было больно. Так, мы в бункере появились. Это была расплата за измену. Я думаю, наш персонаж в качестве наказания чувствовал всю ту боль,
от падения, от приземления, точнее. Чувствовал, как у него ломаются кости. Знакомое место, не правда ли? Я знаю, ты его узнаешь. Давай еще раз посмотрим, как ты это провернул. Так, включаем фонарик здесь. Так, а, это кирпич, это не патроны. И это тоже кирпич, елки-палки. Изменщик. Ты вор, ты изменщик и предатель. Кто же ты еще? И задача, видите, сверху неизвестная. Убийца. Ну, я думаю, можно было догадаться. Ты убийца. Так, ключ. А куда же его применить-то? Воу. Там, видимо, что-то изменилось сзади. А вот эта дверь. Блин, кто-то идет на меня. Это что-то новое. Он еще живой. Ой! Он двумя ударами меня вынес. Черт, нет, использовать против него ружье бесполезно. Два выстрела я сделал, он даже как-то и не заметил их толком. Подошел и тупо положил меня отдыхать. Слушайте, а может быть не нужно было с ним сражаться, потому что какой-то он... Он так выглядит просто, как будто вот... Непобедимый противник, знаете, идет спокойно, знаю, что с ним ничего не случится. Он просто идет и идет на меня. Не бежит, не кричит, не пытается напугать, он просто идет. Что у нас по патронам? Блин, мало, мало, очень мало. Там, получается, рядом была дверь, мы подобрали ключ, и, возможно, нужно было сразу же нырнуть в дверь. Вот это. Да, нужен ключ. Я даже не подумал, что эта дверь как-то не похожа. Ну, то есть, нету ручки никакой, ничего такого. Поэтому сейчас мы сразу же в дверь ныряем, и все. Блин, а он же сюда зайти может? Черт возьми. Ага. Нет, я не могу туда забраться. Или могу? А, могу. Во, все, получилось. Так, я там ничего не оставил. Ой-о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 й. Фух. Нет, ты сюда не пройдешь. Ты сюда не пройдешь, я сказал. А, блин, было бы побольше патронов, я просто попробовал бы его завалить, чтобы знать на будущее. Может, мы еще таких встретим. Можно ли их вообще убить? Не-не-не-не-не-не, так. Давайте попробуем из ружья все-таки. Черт, не видно ничего, куда целиться-то. Куда-то вот сюда. Так, я в него попал. Оба раза. Кровь была. Походу, он упал. Да. Его можно убить, но... Блин, это ж нужно еще как-то успеть перезарядиться. А из пистолета, я так думаю, там...
Патронов нужно ого-го сколько. Может, этих маскотов отстреливать нужно, нет? Кто его знает. Я не знаю, зачем я возвращаюсь обратно, просто вдруг здесь что-то изменилось. А, так нам туда как-то и надо. Мы, видимо, обойдем эту решетку сейчас там. Четыре патрона потратил, но, по крайней мере, теперь я просто знаю, что его можно убить реально. Так, здесь включить ничего не надо, нет? Нет. Так, вот боком нужно залазить сюда, в этот туннель. Когда передом, то не получается. Так, ну это уже противник реально сложный. Так, я тут не убью с ней, или нет? Чекпоинт. Как я обожаю чекпоинты. Так, и дверь. Что нам прислали? Ты убил не за деньги, не за зависть кому-либо. Не преследуй отомстить. Ты пешка, которая обрекла себя на вечные муки, испытания, страдания. Опа, опа. Но все-таки реально я подозреваю, что мы совершили теракт. Так, там может быть... Это гадина, поэтому если что, сразу же забираемся туда. Ну? Ну, так, боком, боком. Нет, ну, по крайней мере, не слышу. Давайте, ну-ка, пока что в приседе. Если что, мы заберемся сюда. Он придет за нами. А, там ступеньки. Но он ходит медленно. Если пространство будет достаточное, чтобы мы успели перезарядиться, то есть не будет за нами тупика никакого, то убить его можно. Главное еще не запаниковать. А я-то такой, я паникер. Блин, а там дверь. И там тоже дверь. А птичка большая. Твои действия были очень глупые. Ты искупил два своих греха. Сможешь ли ты искупить последний? Так, а впереди уже обычная. Стонут там. Так, мы не сможем сюда никак пробраться. Да нет, шкаф мешает. Так, что у нас по патронам в ружье? 2, 13, 15 штук. Давайте пока что с ружьем. Так, там этот калека, будем называть его так. На костылях. Вон он. Как бы так в него прицелиться в темноту. Вот где-то вот так вот примерно, да? Есть, ему тоже хватило двух выстрелов, отлично. Ну, телефон так. Тут уже очень темно, будет очень сложно здесь сражаться. Ага, вот мы и обошли, в принципе, да. Вот отсюда вот мы вышли. Дверь.
Еще дверь и проход куда-то. Так, здесь тупик, окей. А эта дверь тоже сюда бы в тупик и привела. Значит, нам только сюда. Мы чисто для галочки проверим. Неизвестно зачем, но на всякий случай. Мы в метро, ребята. То есть мы сейчас будем искупать грех убийства. Меня радует, что здесь есть освещение. Какое-никакое, но оно есть. Хотя в уголках здесь все равно нужно подсвечивать. А кроме того, здесь пространство вот открытое. Ты разве этого хотел, чтобы тебя всю вечность преследовал гул поездов? Неутолимая жажда все вернуть, как было? Так, ну сюда, я так понимаю, мы не пролезем? Так, там шприц, значит, мы туда сможем войти. Окей. Так, ну-ка, просто проверим, можем ли мы здесь пролезать. Нет. Так, там подъем наверх, там... Там не видно, что... Если честно, заходить в поезд в замкнутое пространство, что-то мне не особо хочется. О, мы туда можем пройти, хорошо. Исследовать местность у нас задача. Попасть в управляющую часть. Хорошо, сейчас. Это, видимо, туда нужно, да? Там кто-то есть. О, здесь можем забраться сюда. Стоит ли нам это делать? Просто в замкнутое пространство такое мне не особенно хочется. Так, первым делом по-любому. Давайте уберем вот этого товарища. А, блин, не видно его там. Теперь мне немножко спокойнее. Ты здесь ничего не охранял? О, патроны. Боезапас полон. У нас полный боезапас. Да ладно, вот это круто. Вот это круто. Тогда нам точно не нужно заходить туда. Там нет ничего, что нам могло бы понадобиться. Так. Стоит ли нам туда топать сейчас? А, видимо, нам придется потом сюда идти. Нам нужно открыть как-то вот эти врата. Ой, твою ж! Быстро перезаряжайся. Быстрее! Еще нет? Да ладно, да ладно. Этому 6 понадобилось выстрелов. Что там головой так качает? Типа он со мной не согласен. Вот пока что этих тварей я боюсь больше всего, потому что... На них может банально не хватить патронов. Сам же сказал, что не нужно нам сюда заходить, но, блин, ладно. Нет, там только шприц. Почему я такой любопытный? Так, нам куда-то туда вообще показывает. Так, ну давайте проверим, что у нас здесь вообще-то. Вижу.
Одного товарища. Опа, а туда можно зайти? Черт его знает. Слушайте. Он к нам спиной. Давайте мы... Блин, рискнем, конечно. Нет, не топает никто. Так, а у нас полный боезапас к пистолету патронов. Так, нужно запомнить, что здесь есть патроны для пистолета. Ой. Блин, это громко было. Зачем я сюда иду? Вот я как чувствовал, что это засада какая-то. Так, три патрона осталось на ружье, поэтому берем пистолет. Так, не буду туда вылазить, потому что не хочу застрять где-нибудь опять. Попасть в управляющую часть. Мне показалось, что я слышал что-то. Надеюсь на это. Мы еще туда не поднимались, наверх. А вот сюда нам нужно, в дверь. За этими воротами таится то ли рай, то ли ад. А возможно ли хуже? Вот сюда нам надо, хорошо, давайте глянем просто, что здесь. Тут такая темень. Вон там кто-то есть. Я бы предпочел его сразу убрать. Не видно. Да, блин, ну где-то там. Он там еще живой, да какого черта? Ёпарсете. Я, конечно, в темноте мог промазать мимо него. Ну все же, блин, столько выстрелов сделал. Вот теперь было бы неплохо и за шприцом сходить. И за патронами. А, ну шприц мы... Ой, и патроны как раз, кстати, здесь тоже подберем. Отлично. Где он там? Нет, стрелять в них не нужно. Ну, просто, знаете, в играх часто бывают такие коллекционочки, в которые нужно стрелять просто. И все. Заперто, нужен ключ. Стоп, а ну-ка. Может, я ключ здесь пропустил где-то? Хотя он бы светился, я бы его заметил. Там-то мы вроде все обошли. Нет, здесь нету ключа, определенно. Ну, придется обойти все еще раз тогда.
А что у нас по патронам? Нужно ли подбирать? 8.30. Пускай эти пока что лежат здесь. Так, ключ, ключ. Теперь высматриваем ключ. Так, ну придется еще раз сюда пройти. А, сюда нужно. А ведь в прошлый раз ты сдался. Я боялся сюда идти, потому что думал, что здесь, ну, пройти нельзя, и боялся, что в текстурах застряну. Оказалось, сюда именно и нужно. Как? Что? Что? Что случилось? Беги быстрее, беги быстрее! Что происходит? Ничего не вижу. Фонарик не работает. Я не могу изменить оружие. Я не могу прыгнуть. Я вообще ничего не могу. Я куда-то... Куда я попал? Ну, блин, я не знаю, где я, ребята. Я... Такое ощущение, что сюда мне все-таки не нужно было идти. Может, этот туман, он какой-то... Это пыль, может, ядовитая. Может, это яд, а не пыль. Я не могу ни оружие поменять, ничего вообще сделать. Вот, что сейчас происходит. Да, походу, ребята, что-то сломалось, и мне нужно было не сюда... Ладно, попробую еще раз, но уже в следующий раз. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зодия. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.